про машины. Высокие и низкие, неспешные и быстрые. Машины очень разные, но все они опасные. Запомни, дочь, запомни, сын, дорога только для машин. Чтоб дорогу перейти, нам нужно переход найти. Зеленый человек идет, машина пешеходов ждет. Тур-тур-тур, би-би-би, на зеленый проходи. Полезные помощники и грузовые мощные, автобусы удобные и мотоциклы модные. На перерез летя стремглав, малыш, конечно же, не прав. Чтоб дорогу перейти, нам нужно не спеша идти. Сперва налево погляди, потом направо и иди. Тур-тур-тур, би-би-би, сперва налево погляди. Такси, эвакуаторы, фургоны, экскаваторы, зеленые и красные, и все они опасные. Сидит водитель за рулем, лежит ответственность на нем. Не отвлекай его, малыш, ему трудней, когда шумишь. И пристегнуться не забудь, чтоб безопасным был твой путь. Тур-тур-тур, би-би-би, себя в машине береги. Испытай свои силы в волшебном лабиринте. Кто сумеет назвать всех животных и пройти лабиринт, пока весь песок не пересыплется, тот получит приз. Ого, пойдем? Да. Удачи. А куда дальше? Здесь нет выхода. Мы же должны назвать животное, помнишь? Но я не понимаю, кто это. Я поняла! Это же пазл! Ого! Это волшебная палочка! Это лошадь! Бежим скорее! Корова! О! Ого! Куда же дальше? Смотри, здесь тоже есть детали пазла. Точно! Утята! Странно, ничего не произошло. Какую же дверь нам выбрать? Песок заканчивается. Абра-кадабра! Кажется, я понял. Нужно посчитать утят. Как жаль, что я еще путаюсь в цифрах. Смотри, это просто. Считай! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Да! А вот цифра 6. Видишь? Значит, нам нужна эта дверь. Та-дам! Поздравляю, вы справились! Теперь вас ждет наш волшебный паровозик. Он доставит вас на настоящую ферму, где вы сможете сами увидеть животных. И всех посчитать.
Хочешь тоже собрать волшебные пазлы? Покупай деревянные пазлы «Жила-была царевна» на Валберис и Озон.